Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня суббота, 25 апреля. И вы смотрите и слушаете 10 выпуск программы «Утренний соловей». 10 выпусков – это уже повод, ну не для гордости, конечно, а для небольшого, я бы сказал, микро -юбилея. И я очень признателен за то, что вы все это время были со мной, что вы откликались на то, что я делаю, что вы мне писали, что вы мне давали советы, я очень ценю ваши советы, я их всегда внимательно читал, и советы, и отзывы, и еще вот это вот общение с вами, с моими зрителями уважаемыми, было мне чрезвычайно важно для того, чтобы понять общественную потребность, которой сейчас живет Россия. То есть в чем испытывают потребность люди, что им надо. Моя Хорошая знакомая, очень известный стоматолог Татьяна Симакова на днях сказала мне, что я выполняю роль социального психотерапевта. Она даже добавила ну, по аналогии с медициной главного социального психотерапевта России. Это конечно более чем серьезное преувеличение, хотя в каком-то смысле социальной психотерапией я занимаюсь. Но я полагаю, вы прекрасно понимаете что это вообще-то не мое дело. И я занимаюсь этим потому, что этим не занимается наше государство. Оно не выполняет свою главную, одну из базовых функций — говорить с обществом. Причем не просто говорить с обществом. Оно говорит с обществом, но ну как? Цедит слова через губу, мол, мы знаем, как вам надо, вы, хлеби, плебеи, холопы, слушайте, что говорят вам начальники. Так, говорить с людьми надо по-человечески, понять, что людей беспокоит, и постараться ответить на их обеспокоенности, постараться ответить нормальным человеческим языком, а не тем хамским тоном сверху и взглядом сверху вниз, которым нам отвечает наша власть и наше государство можно сказать, оно пытается, оно, это государство, говорит с нами через телевидение, <свят> пытается ли говорить? Нет. Оно направляет на нас фокус своей пропагандистской машины. Я вот последние два выпуска рассказывал о том, как ТВ манипулирует людьми, но вы даже не вслушиваясь содержания, не вслушиваясь содержания того, что говорят нам извините за тавтологию, говорящие головы отечественного телевидения, все эти дневные вечерние мудозвоны, по которым плачет статья Уголовного кодекса о разжигании розни и провоцировании войны. Так вот, вслушайтесь в тон. Когда вы смотрите какие-нибудь новостные аналитические репортажи, они всегда сопровождаются тревожной музыкой. А тон обсуждения, тон дикторов, тон экспертов, или тон так называемых ток-шоу, он такой истерический, взвинченный, что что-то чудовищное происходит, надо торопиться. Даже еще раз подчеркну, не вслушиваясь и не вглядываясь в содержание, эти передачи формируют у нас ощущение нервозности, тревоги, они выбивают нас из колеи. Так вот, я хочу вам сказать, что это делается намеренно. Дело в том, что человеком, который находится в растерянности, гораздо легче управлять, гораздо легче манипулировать. Его можно направить, его мысли, стремления в нужное русло. Нужное для кого? Ну, на Умхомске есть такой американский, очень известный лингвист и социолингвист, человек левых взглядов, он вот этих, кому выгодно, назвал властители дискурса. Так вот, властители дискурса могут направить наши эмоции в нужное чувство. Их, эти эмоции, мысли легче направлять, если людей сначала выведут из состояния равновесия и слегка напугают. И тогда люди ведут себя, вот когда они напуганы, подобно маленьким детям, которые прячутся за мамкиной юбкой от какой-то угрозы, от какого-то бяки, который может жить у них под кроватью. Кстати, мы в этом смысле не очень отличаемся, честно скажу, от маленьких детей. А как это делает телевидение? Какой оно прием использует? А вот вспомните еще недавний рефрен. Если мы это сделаем, мы вернемся в 90-е годы, эти ужасные 90-е годы, эти проклятые 90-е годы. Кстати, действительно, общество с 90-ми годами связано очень тяжелые ассоциации или вы что хотите, чтобы было как в Украине, не дай бог не допустить Майдана. И делается вывод какой, если вы не хотите вернуться в 90-е годы, если вы не хотите, чтобы было как на Украине, то вы должны поддерживать статус-кво. Да, это плохая власть, но плохая погода лучше отсутствие всякой погоды. Да, у нас нет фактически выборов, у нас нет конкуренции, у нас нет того всего. Но вы же не хотите вернуться в 90-е годы? И вот так нас телевидение нервировало, запугивало последние десятилетия, особенно активно, я бы сказал, даже последние шесть лет с нарастающей силой. И что же в итоге? Вот сейчас 20-й год на дворе, а мы с вами оказались именно в 90-х годах. Ну, если быть уж совершенно точным, в 2000 году по уровню нефтяных цен, по уровню наших доходов. Более того, если пересчитывать среднюю зарплату сейчас в доллары, то вот сейчас, в 2020 году, она меньше, чем в 2000. По уровню хаотизации жизни только вот будущего нет. Вот в 2000 году было очень тревожно, но казалось, что есть будущее. А сейчас в будущем, с картиной будущего, с образом очень скверно. Как моя 91-летняя мама сказала бы в таком случае, ну вот то, докерувались. Действительно докерувались. 20 лет, как коту по хвост и телевидение все еще нас пытается убедить в том, что нет-нет, все равно лучше. Ну да, лучше, конечно. Нас же не бьют пока по головам в прямом смысле слова, да? Мы же еще не падаем на улицы с голода, хотя многие люди уже жалуются на то, что им нечем кормить свои семьи. Но вы прекрасно понимаете, что эти филиппики в адрес российской пропаганды, они, может быть, и точны, но особого смысла не имеют. И собственно говоря, моя задача не в том, чтобы заклеймить пропаганду, а в том, чтобы объяснить вам, как все это делается. И поскольку сегодня все же суббота, я хочу, чтобы ваше настроение стало чуть-чуть лучше. Может быть, мне удастся это сделать, рассказав вам следующую историю. Она, кстати, связана как раз с манипуляцией, с вопросом, который мне часто задают. А вот вы сами, наверное, же прибегаете к манипуляции. Ну, я в общем виде говорил, что все люди используют манипуляцию. Манипуляция встроена в социальную ткань нашей жизни, но вам расскажу, как я это делаю и вам покажу на своем примере, что очень часто манипуляция бывает во благо. Я вот, пока был университетским преподавателем, сталкивался с естественной для любого препода, школьного, институтского проблемой, как привлечь внимание своих студентов, как заставить их посещать мои лекционные курсы мои занятия. И вот расскажу, к какому приему я прибегал. Да, ну, кстати, здесь понятно, что надо их там, общими словами заинтересовать. Показать им что-то такое, что привлекло бы их внимание, возможно, непроизвольное, а потом это непроизвольное внимание переросло в произвольное. То есть, чтобы у них появилась привычка посещения моих занятий. Ну, это знают все учителя, все институтские преподаватели. Так вот, я, на, приходя на свою первую лекцию, окидывал взглядом зал, в основном у меня учились девочки, ну, наверное, процентов 70-80. Все они хороши, ну, как хорошо обаяние и свежесть молодости. Молодых людей было процентов 15-20 в лучшем случае. Вот я им рассказывал о том, чем будет посвящен курс, о том, что он будет посвящен влиянию тому, как масс-медиа, то есть средства массовой информации, влияют на общество. И говорю, что эти знания пригодны в практической жизни, потому что в том числе, что в нашем обыденном общении или говоря академическим языком межличностной коммуникации мы с вами используем часто те же самые приемы. И говорят, что от этого знания будет большая практическая польза. Ну, надо же это продемонстрировать, что польза будет. И тут, значит, окидывая взглядом аудитории, говорю, вот, барышня, какой простейший способ повлиять на мужчину? Ну, какой ответ я слышу? Чаще всего, даже почти все говорят, ой, надо заплакать. Я говорю, да, можно заплакать, это сильный манипулятивный прием, но именно потому, что он сильный, им нельзя пользоваться постоянно, потому что вы раз заплачете, второе, а потом ваши слезы начнут раздражать. Ну да, правильно. Тогда что же надо сделать? Я говорю, о, надо сделать мужчине комплимент. Это вызывает у девушек всегда недоумение. Почему? Что, почему вдруг комплимент? Я им объясняю. Дело в том, что наша культура российская организована таким образом, что у нас комплименты принято говорить девушкам и женщинам. Они к этому привыкли, они привыкли с молодых лет. И они все эти комплименты делят на 10, а то или на 100, понимая, что иногда они говорят со сердца, чистого сердца, но нередко мужчины, юноши преследуют какую-то цель. Да, и, кстати, почему вот именно об этом важно говорить, дело в том, что студенты, ну и вообще молодые люди, они очень много времени уделяют меж... отношениям между полами. Ну, давайте это так назовем. Я думаю, что вспомню свою молодость, вы подтвердите мои слова. Поэтому их, естественно, интересует, как повлиять на мужчин, на молодых людей. Так вот, у девочек наших у барышень и у женщин есть иммунитет к комплиментам. А вот в нашей культуре мужчинам и мальчикам не принято говорить комплименты и вообще не принято говорить хорошее. В лучшем случае тебя потреплют по плечу и скажут «молодец». Вообще в нашей культуре не очень принято хвалить, к сожалению, людей и детей. Пока ты все делаешь хорошо, это никто не замечает. И замечает только тогда, когда у тебя что-то происходит плохо. Вот тогда на тебя набрасывается свора разъяренных собак. Я думаю, по своей работе вы это знаете. Так вот, скажите молодым людям комплимент. Причем комплимент это не нечто, не искреннее. Всегда есть за что похвалить человека. Ну, к примеру, как интересно ты рассказываешь, какие у тебя глубокие знания, как на тебе хорошо сидит эта там, рубашка, эта футболка. А ты разбираешься в футболе, мог бы мне объяснить что-то? Вот проявите минимальную заинтересованность. Поскольку у молодых людей нет иммунитета комплиментам, то все, что вы им скажете, даже если это будет не тонкий комплимент, а грубая лесть, скажу, с сожалением, в адрес мужского пола мужчины более примитивны, чем женщины, они это воспримут за чистую монету. И тогда вы можете на них влиять, ну или просто добиться хороших отношений с ним. А повлиять это как? Ну, допустим, там на третьем ходу вы можете сказать: вот не мог бы ты мне помочь с рефератом? Ну или вот разобраться с этой темой или попросить о какой-то помощи. Но это совсем не обязательно манипуляция, этот совсем не обязательно комплимент должен заканчиваться каким-то манипулятивным результатом. И вот мои студенты это слушают с изумлением смотрят на меня, вдруг понимают, что такая простая очевидная вещь, оказывается, им не приходило в голову, что ее можно использовать. А вот это была с моей стороны манипуляция как раз, потому что тем самым они проникались убеждением, что курс, который я читаю, принесет практическую пользу. То есть он их оснастит, снабдит не только теоретическими знаниями, а он снабдит их инструментальными знаниями, которые им будут полезны в их жизни. Улыбнулись? И в заключение несколько цитат. На этот раз не из Синеки, не из Библии, а из Гилберта Честертона. Это был такой очень известный британский писатель и публицист. И он, кроме повестей и романов, написал еще серию замечательных эссе. Вот это и вот я вам прочитаю фрагмент из его эссе «Несколько слов о простоте». Одна простота важна – простота сердца. Если мы ее утратим, ее вернут не сырые овощи и не лечебное белье, а слезы, трепет и пламя. Если она жива, ей не помешает удобное старое кресло, я покорно приму сигары, я смирюсь перед бургунским, я соглашусь сесть в такси, если они помогут мне сохранить удивление, страх и радость. Я не думаю, что только они помогают сохранить эти чувства. По-видимому, есть и другие методы. Но мне ни к чему простота, в которой нет ни удивления, ни страха, ни радости. Здесь, как и во многом другом, ребенок лучший учитель. Самая суть ребенка в том, что он, девясь, страшась и радуясь, не различает простого и сложного, естественного и искусственного. И дерево, и фонарь естественны для него, вернее, оба сверхъестественны. На диком деревенском лугу мальчик играет в железную дорогу и прав. Ведь паровоз плох не тем, что уродлив, и не тем, что дорог, и не тем, что опасен, а тем, что мы в него не играем. Беда не в том, что машин все больше, а в том, что люди стали машинами. Нам нужно не обычаи менять и не привычки, а точку зрения, веру, взгляд. Если мы правильно увидим долг и долю человека, жизнь наша станет простой в единственно важном смысле слова. Всякий прост, когда искренне верит, надеется и любит. Вот лучшее правило жизни и лучший врачебный совет. Здоровье, как и сила, и красота, и благодать дается тому, кто думает о другом. Пожалуйста, берегите себя, своих родных и близких. Спасибо за то, что были со мной. А я остаюсь с вами. Тех, кто заинтересован посетить мою онлайн-лекцию, присоединиться к ней, внизу в описании этого ролика вы найдете ссылку. Обращаю ваше внимание, что лекция будет 30 апреля, но продажи билетов, продажу подключений. Мы закрываем 28 апреля, потому что спрос очень большой. И иначе мы технически не сможем справиться, если не завершим 28 апреля. Спасибо вам еще раз большое и до встречи.